Жили когда-то в степях Сарыарки несколько кочевых племен. Всего у них было вдоволь, были они счастливы. И поскольку все у них было, эти люди так и говорили: «Всего у нас достаточно, все у нас есть, вот только одного у нас нет. Нет у нас батыра, который мог бы защитить нас, наше благополучие и наше богатство». И вот в одной семье родился ребенок с золотым хохолком. На голове, увидев, что мальчик этот необычный, собрался весь народ и затеял великий пир по случаю рождения своего батыра. Мальчик рос не по дням, а по часам, и через некоторое время стал настоящим богатырем. Его родственники, чтобы не сглазить его, стали называть его не собственным именем, а придуманным – Талагай. Так за ним это имя и утвердилось. В один год перестали идти дожди, жара высушила землю. Бедствие, обрушившееся на людей, заставило задуматься и Талагая. И тогда обратился он за советом к старцу по имени Дана. Старец Дана дал им и ему сказал: «Дорогой Талагай, мы живем на открытой местности, рядом с нами нет гор, вокруг которых останавливались бы тучи. Поэтому и дождей у нас нет». На это Талагай сказал: «Дедушка, если вы разрешите, я пойду и принесу на своей спине такую гору. Можно так сделать?» Тогда старик сказал: «Свет моих очей, Талагай, ты думаешь о своей родной земле, о своем народе, переживаешь за них. Нелегко принести тебе на спине гору. И тем не менее, на юге есть огромные горы Алатау, и там у них есть свой старец. Сходи, да попроси у него разрешения». И Дана благословил Талагая и пожелал ему доброго пути. Отправился Талагай к горам Алатау, дошел до великих гор и приветствовал их: «Мир вашему дому!» И изложил он им тут свою просьбу. Древние горы Алатау выслушали его, оказали ему почет, поняли и выполнили его просьбу, положили ему на плечи молодую гору. Совсем еще ребенка среди гор. И вот пошел Талагай, неся на себе гору. Поначалу шел он легко, но через некоторое время тяжесть горы стала сказываться. Ослабел Талагай. Прошло много времени, пока батыр медленно шел к себе, осторожно неся на плечах молодую гору. Очень устал Талагай, едва добрался до края родной земли, как упал и заснул, а гора, которую он нес на плечах, так и придавило его. Тут собрался весь народ спасать Талагая, и дружно все вместе подняли эту гору. Вышел Талагай, как ни в чем не бывало, да так и живет счастливо, и народ его живет счастливо, и все у них есть, и все у них хорошо.